Привет, привет! Мы идем в поход. Да. Мы на дальней косе и идем искать залив, который, говорят, довольно красивый. Вчера нас накрыл дождь серьезный, ночью шел ливень, прямо такой был шторм, я бы сказал. Ну а сегодня мы вот выдвигаемся в залив. Говорят, в заливе нудийский пляж. Поэтому мы все, что увидим, снимем и покажем всем вам. Ну вот видите, первая достопримечательность. Сзади нас какой-то залив, где плавают утки. Ну а мы должны что сказать, Лесси? Лесси? Да, что мы должны сказать? Куда идем мы с Пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет. Пяточок, куда мы идем? Мы идем. Поход мы идем. Да. Вот. Бабушка вот уже пошла в поход. Ну вот мы дошли уже и до заповедника. Вот тут шлагбаум, который обходим. И идем дальше по заповеднику. Вот тут такой залив, зеленый с двух сторон. Видите, вон как коса такой пик. Как водичка. Слышите, как тут кричат чайки? Вот тут такие места. Тут прямо острова, полуострова. А вот какой-то шпиль. С этой стороны. Ну вот тут такое место. Там тут водятся какие-то животные, причем довольно крупные.
туристы. Мы на шпиле дальней косы. Самая конечная точка косы. Мы сегодня сюда добрались. Но, как видите, огромный большой ветер нас встретил. Тут люди ловят рыбу. Ну и вот смотрите, занимаются серфингом. Шпили. Куда пришли мы с Пятачком? Большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, Пятачок, куда мы пришли? Тебе тут нравится?